Всем привет! Готовы сегодня устроить большой бабах? Мне уже так не терпится взорвать парочку зомби. Ну чего, не будем откладывать. Погнали, устроим бадабум! Ну вот и очередная атака наших любимых зомбаков. Вы готовы? Если да, жмякайте палец вверх и ставьте лайк. Эти наглецы наставили везде своих могил. Мне даже свои споры пустить некуда. Ух, сегодня я предчувствую вкусненький ужин. Сегодня я буду кушать салат с мозгами и грибами. Смотрите, этот зомби сверху расправился со споровиком и уже приближается. Срочно еще одного споровика туда. Прямо в яблочко. Снес свою башку с одного выстрела. А теперь на другой ряд. Там тоже ползет каракатица. Атака только началась, а мы уже к вам подобрались вплотную. Вплотную, не вплотную, а в итоге у вас ничего не получится. Удвоим оборону на этой полосе. Ну как, нравится тебе? Сейчас я поймаю вас свой колпак и отнесу боссу. Он-то с вами быстренько разберется. Эти зомби становятся с каждым разом все глупее и глупее. Какой-то бред болтают. Может, вам для этого и мозги не нужны, потому что у вас своих нет? Вот вы да обзываетесь. Мы соберем волну и снесем всю вашу оборону. А затем сожрем все мозги в городе и стране, и даже в мире. А у вас попа не слипнется? Попа? Нет. Но наш босс постоянно нас по ней бьет. Когда мы проигрываем и не приносим ему мозги, мы даже ходим медленнее, потому что она у нас болит. Какой кошмар. Мне даже немного жаль этих бедолаг. Нечего им жалеть. Стоит немного расслабиться, и они тут же накинутся на тебя и сгрызут под самый корень. Кстати, я тут выстроил уже целый ряд. Теперь мимо нас не пройдет даже тот зомби с дверью и щитом. Молодец, дымовик. Надо будет чуть позже сократить количество могил, и мы будем готовы к волне. Болтаете про волну? Да-да, она приближается. Трепещите страхи. Ну что, вот и волна. Эй, Бумгрип, ты готов устроить громадный взрыв? Нет, еще не пришло время. Бумгрип не взрывается по пустякам. Ничего себе пустяки, тут целая арава зомбарей. Какая же это арава? Куда их постреляли, пока мы разговариваем? Бумгрип взрывается только при настоящей опасности. Ну ты даешь, хотя бы предупреждал бы, а то сейчас зомби накинулись бы всеми силами. Нам понадобилась бы твоя помощь, а ты бы не стал нам помогать. Не переживайте, если будет действительно опасно, то старина Бумгрип не останется в стороне. Ваш дружок вас предал, не хочет с вами вместе сражаться. Я танцую близко, чую грибы близко. Опять этот танцор недоделанный, но теперь он узнает, как с ним бороться. Да, мои споры до него добираются легко. Даже через его телохранители усатых. Как и до вот этого трусливого зомбаря за дверью. О, нам осталось посадить последний грохострел, и оборонительный рубеж будет укомплектован полностью. Готово, я на месте. Зададим жару этим развалюхам. Ой, я же ледяной грохострел, а не огненный. Значит, зададим им холодом. А мне осталось есть последнюю могилу, и двор будет чист. Не-е-е, у нас сегодня такая крутая слаженная работа. Вот мы еще Бумгрип не ленился и тоже присоединился к нам. Эй, я не ленюсь. Я же сказал, будет опасно, я сразу же появлюсь. Ну так вот сейчас будет главная волна, и она будет опасной. Давай уже устроим взрыв. Ну вот теперь и правда пора. Теперь я понял, почему ты не хотел взрываться раньше времени. Эй, а где волна? Где все? Вот это круто! Ребята, ставьте лайк, если вам понравилось, и до встречи в следующей серии!